Ла. Мы приехали наконец-то. Мне очень страшно вырывать зуб. Ну что поделать? Что поделать? Будем вырываться. Там прям огромная пломба. Hola, señora. Hola. Hola. Hi. Oh. Yeah. It's okay. It's okay. So we go. Sí. With you. ¿Tú eres la traductora? Yeah, yeah. ¿Quién habla español? No. English. pero se tiene que quedar fuera. Oh, I'm sure. To help her. Help me. Ah. Only one. Okay. Outside. Don't worry. Так, ну все, короче, я пошел вырывать. Друзья, так как у меня там большая дырка, я теперь ем только мягкую пищу. Это хумус, хлеб без корочки и пюреха. It's very good. Кажется, я много масла налил. Кажется, налил я очень много масла. Но сегодня я вместо женщины работаю на кухне. На кухонном столе всегда порядок. Как у любого повара-мужика. Ведь это мужская профессия. Знает вся семья. Тут спорить. Издревле, ну, всегда считалось, что мужчина лучше готовит. Я всегда поддерживал эту точку зрения. Но если мужчина что делает, он делает профессионально. Это очень сексистская точка зрения. Да, блин. Офигеть. Картофанчик какой, а? Лепешка. Оп. Так. Сюда, бродяга. Слушай, я думаю, мне надо порезать. Считаю, что ее надо порезать. Так, чувак, ну ты тут чуть-чуть хотя бы добавься для каких-то пауэров. Я так понял, сковородки здесь не накрывают. Не накрывает пластиковой. Ну да, я не нашла кровавушку. Я у нее спросила, она сказала, типа, есть только, да, вот такая вот херня. Но есть такая крышка от кастрюли. Давай-ка мы откроем. Во. Уже получше. Эта колбаса, конечно, странная какая-то. Ну, пофиг. Ну, какая-то красная. Кровянка, блядь, местная. И вот, я думаю, вот такие вот фидусики можно сделать на борде для колясочника. Новый год начинается, а мы едем на Плая де Лас Вистас для рабочего кофейного момента. Итак, спускаемся вот прямо сюда. Thank you.
забой такой. It's my friend from Netherlands, it's Максим. Сашка! So, Максим, what about COD? Давай. Понеслась. Так. Новый год. Новый год на носу, как говорится. Это те патроны? Yeah. А это? О, Special gift. Это magic, да. Вау. Это кофе, а это magic. Ай-яй-яй-яй. Окей. So, what about cup of coffee? Ideal. I've got some clients for you. If we speak to English. Nice. Well, actually, we've met friends of us who live in the same town in Amersfoort. It's in the middle of the Netherlands. And they have a little kid who attending the same Russian school as our kid. So it's, Сегодня у меня прям Новый год. Сегодня у меня реальный Новый год. Да, притащи, мы здесь расположимся. Я тут всех знаю, спасатели. Все тут. Да, мы тут учились, и здесь вот очень классно с детьми, ты будешь контролировать. Да, да, и здесь спасатели тусуются, они смотрят. Смузи. Смузи, брейкер. Фалафель. Адаптивный. Нет, подожди, дай я вспомню. Позитивный, креативный, смузи. Джокер. Йога-фалафель. Нет, ну какая-то я... Какое же ты вообще говоришь? Что это такое? Что? Йога-фалафель, реально? Ну не йога, конечно. Я помню, там смузи, еще что-то и фалафель. Ну, фалафель типа фалафель, который есть надо. Фалафель, да. Вот сейчас Вася побудет чуть-чуть, побудет настоящим блогером. А ну-ка, Вася, расскажи, что происходит. Держи. Вася, ну давай, чего? Ну, короче, я ставлю камеру, и она будет на тебя нацелена ровно 5 минут. И если ты выйдешь, это видит весь интернет. Делай, что хочешь. Поверну. Ты что, ну, я у воды, друзья мои. Ну давай, Вася, расскажи. Не, подожди, Вася, расскажи, что ты здесь делаешь. Давай, просим. Давай. Что? Are you ready? Да. Давай. Соседей осталась прекрасная пицца. Давай, вот как раз об этом в интервью говорила. Необходимо напиться. Да. Подходим. Ну, так, за ним. Раз. Смотри, чисто перегоды. Good job. Очень, очень долго ждать просто. Еще пару кусочков хотите? А можешь мне кусочек принести? Да ради бога. С удовольствием. С удовольствием я как раз хотел именно это. Саша, вот. Где вы раньше были? Слушай, холодная, остыла уже. Ничего страшного. Может попросить все погреть? Все еще хорошая пицца. Ну да. Но, кстати, у нас будет шанс сравнить с тем, что нам подадут. Кстати, немножко вина. Там немножко вина. Ты хочешь, Саша? Я могу предложить тебе. Это большой привет Олегу Куваеву. Мы недавно посмотрели его интервью. Да. Решили, что вот. Ну сюда, передай привет. Угу. Ну что, берем бокал? Ну там вроде он полный. Я вот думаю, это. Это сок. Или вино, непонятно. Надо попробовать. Там были хорошее. Дети, да, там были дети, осталось. Да. Это может еще там что-то. Ну, я опасаюсь. Там да. Еще пицца есть? Сейчас, смотри. Оп. Другой стакан. Все должно быть гигиенично, на самом деле. Примерно как. Да маску где? Да маску? Где твоя маска? Знаете, букет странный. Цвет приятный. Может быть, туда кто-то написал? Знаете, а у нас, кстати, лучшее вино.